Отсюда видна эта башня крепостной стены. Две пальмы, пока мы тут спорили, что мы дальше будем снимать. Ладно, я выдаю секрет. Это наша гостиница, в которой нас поселили. Ну вот, которую построили рядом с этой крепостной стеной. Так что она теперь, в принципе, от жителей местных отгораживает гостиницу. Ну вот, пройдемся. Территория тоже здесь большая. Мне кажется, это самая большая гостиница из всех, в которых мы уже были здесь, в Мексике. Очень красивая, чистая и пахнет здесь хорошо. Очень даже хорошо пахнет. Возвращаемся к центральному входу. Как это называется? Лобби. Никто не знает слова лобби. Вот, кстати, такие фигурки продают на всех базарах, и они лают, как собаки еще, но издают очень странные звуки. Здесь можно поиграть в бильярд. И в футбол. Моя любимая игра – футбол. Я всегда выигрываю, потому что у меня нет тактики, я просто кручу эти штуки. Ну ладно, мы сегодня не об этом. Здесь стоит глиняная собака. Собака-кувшин. А здесь... Смотрите, какой вид. Очень красивый свет. Мы торопились, закончили свое купание раньше времени, чтобы снять закат. Ну вот, гостиница, в принципе, вот. Сейчас мне надо будет двигать человека, который стоит за моей спиной. Человек, двигайся, чтобы ты не попал в кадр. Быстрее. Ох, чуть не упал. Вот эта сторона красивее. Поэтому нас туда поселили, или нас поселили туда, потому что она красивее, ну, в общем, неважно. А там солнце. Еще немного и станет темно. Здесь бассейн, и в нем вода прохладнее, чем в океане. Но это не океан, а залив здесь. Можно полежать, позагорать. Видите мою тень? К закату. Здесь мог бы быть бар, но он закрыт. В принципе, в гостинице, кроме нашей группы, я не знаю, больше, по-моему, больше никого нет. Только наш автобус стоял там. Может быть, еще кого-нибудь привезут попозже. И нам готовят ужин. Ужин придется сегодня... тоже снимать, потому что нет, вот еще есть парочка гостей. Вот это пляж. Я не буду спускаться, потому что там песок, а я помыла ноги уже. Вот. На пляже лежат кокосы. Я предложила подобрать, разделать кокос. Ну, мое предложение не было одобрено. Песок здесь белый-прибелый, ну, когда сухой. Вот сейчас он коричневатый такой, а вот там, где он сухой, он прямо просто белый-прибелый. Просто здесь кальк, смешанный с песком.
слушайте волны. Сейчас я спущусь тоже туда. Здесь такая лесенка, я по ней спустилась прямо к воде. Вот там пляж. А здесь бушует море. Вот там вдалеке, как оно бушует. Мне опять сделать замечание, что я очень долго снимаю, но на море можно смотреть бесконечно. И слушать его. Здесь тоже когда-то была лестница, но теперь и там еще есть лестница. Но все прикрыли. Так, но я вижу дорогу. Пока еще не стемнело. Смотрите, как быстро садится солнце. Кустики, на них цветочки, как звездочки четырехконечные.